Всем, ребят, привет! Сегодня у нас очередной выход. Выехали мы на всю ту же старую деревушку, где я копал в прошлый раз. Видеосюжет я уже выложил, так что приятного просмотра, находки там классные. И сегодня выехал снова на коп, но сегодня я не один, не со своими друзьями, комрадами, с кем постоянно копаю. Вышел на меня один из любителей, один из подписчиков. И он захотел со мной покопать, как говорится, набрать опыта. Хотя не знаю, какой он опыт со мной наберет. Но факт в том, что попросил сделать мастер-класс, чтобы показал, как искать монеты, как искать те места, где эти монеты залегают. Так что сегодня, наверное, покажу вам, как, что, где. Как вы видите, находимся мы сегодня в леску. Специально выбрал это место, потому что небо у нас абсолютно чистое. Смотрите, ни одного облачка у нас на небе нет. То есть сегодня будет очень-очень жарко. И выбрал именно этот лесок, чтобы, как говорится, коп был в радость. На жаре копать очень тяжело. Кто копает, сам меня может и поймет. Будем здесь. Здесь очень много дымовых ям, кое-где взорваны. Вот. Ну и сегодня тоже подберем местечко. Думаю, несколько фундов мы взорвем, чтобы было что вам показать. Ну и чтобы наш новичок у нас Стас, набрался какого-то опыта. Так что будем копать сегодня в две аськи. У него тоже аська 250, стандартная катушка. Так что на результат вы сегодня увидите. Ну и все, земляного деда сейчас задобрим, по традиции чаек, пряничек, сладкий чай, угостим деда, чтобы он нам подкинул немножко монет. Ну и все, видео есть, меня видите, значит, находки у нас какие-то есть. Здесь, да. Ну и традицию, ребят, соблюдаю, земляного деда угощаю, рекомендую, иногда помогает. Сладкий крепкий чай и прянчик. Это я зачастую делаю и вроде как помогает. Ну и все, накоп. Итак, ребят, решил я не запариваться, не искать сложные фундаменты, так как сегодня копаю с начинающим. И нашел вот фундамент, который имеет основание бетонное. Конечно, Стас удивился, это же современный фундамент, говорит. А я ему говорю то, что в свое время, чтобы спасти дом от гниения, это в советское время уже обкладывали. Вот, видно от бревна, от сруба. И у меня находка, стала я вам показывать. Стас зашурфился вон в том углу. Я же здесь. Я ему сказал, что сначала периметр нужно весь, как говорится, слой выбрасываем за пределы, чтобы не путаться. Был у меня звонкий сигнал. И первая находка. И первая находка хороша тем, что это у нас серебро. 10 копеек 24 года. Вот такая зачетная монетка. Приятно, когда первое серебро выскакивает первым же сигналом. И это действительно первый сигнал. Мусора пока еще не попадалось, пробок, ничего. Первый звонкий сигнал и монета. Зачет. Продолжаем. Итак, ребят, у меня царская монета. И у Стаса. Ну-ка давай, Стас, что у тебя там? У Стаса тоже первая находка. И радует то, что это у нас говорит, что царик. Ну, налет зеленый. Ну, насчет царя я не знаю. Может, копеечка 24-го. Ну, не знаю. Помочу ее, Стас. Найдет, поймешь. И у меня очень хороший был сигнал и очень хороший сохран. Это 2 копейки. Год 1908. Вот такая зачетная монетка. Классно. Блин, здесь мухи одолели. Комары пропали, мухи появились. Че, Стас, нашел, что там? Нет, пока
Ясно. Ладно, если что интересное, я вам его покажу. Итак, ребят, долго я не снимал. Находки, они вашего внимания не стоят. Но вот такой вот казус. Нашел вот такое вот яйцо в земле. Где-то на штык лопаты. Вот прямо здесь вот. Похоже на куриное. Что-то там булькает. Если это яйцо с того времени, это сколько же надо? Я вот думаю, может его расколоть, посмотреть, что там. Что это за яйцо такое? В земле. Может, какой-нибудь змеи или что? Ну, вот такое вот. Не, бултыхается. Что-то бултыхается. Видно, это уже не живое яичко. Давайте мы его сейчас коцнем и посмотрим. Да, это может быть это было куриное, потому что оно уже затухло. Ой, желток. Офигеть, столько в земле пролежало. Здесь вот на монетке мы подняли царские. Потом была монетка 24-го, советики. 71-го я не показывал. Это вот 71-го года. То есть яйцу уже сколько? 50 лет. 50 лет. И вот в таком вот сохране яичко. Офигеть. Ладно, я думаю, шурф надо поменять, потому что как-то он что-то нам не дает. Да, Стас? Да. Стас несколько советиков там поднял. Копеечки, так что ничего интересного. Да, надо поменять, может вернуться на позапрошлом, которое видео вы видели, где мы с Женьком там копаем. Мы его не доработали до конца, потому что время уже подошло к своему завершению. И вот думаю, может вернуться и поковырять там. Ладно, включусь только когда будет интересна находка. Всем гостям моего канала рекомендую подписаться. Здесь вы увидите много интересного видео, что связано с металлопоиском, и полезной информации. Будьте всегда первым при просмотре новых видео. А для этого тебе надо подписаться, нажать на колокольчик, поставить галочку, и ты будешь первым оповещен о появлении новых выпусков. Итак, ребят, ковыряюсь я позади Стаса. Выпал у меня вот такой вот сигнальчик был. Бутылочка. Но звенела не она, а вот эта монета. Смотрим, что это за монета. Это у нас пятачок. Надеюсь, какой-нибудь редкий. Надеюсь. Сзади, в принципе, наверное, 40-е, 50-е. А год 56-й. Ничего особенного. 56-й год. До этого еще поднял несколько советиков. Так что вот так вот. Стас вот так вот копает траншеи. Наверное, армейская выручка у него идет. А я позади него. Несколько советов дернул. Монет собираешь. Итак, ребята, сигнал был. Вытащил 20 копеек. Рамочник. 41-го года. Вот такая вот монетка. Не знаю, если она дорогая, я вам прайс-лист покажу. Насколько дорогая она. Если, конечно, она того стоит. Ладно, идем дальше. Вон у нас Стас трудится.
Как тебе, Стас? Пока пушки такие. Лучше по полям походить, да? Накопался вдоволь. Да. Тем более, если бы видали, какой он лопаткой копает. Там лопатка прям это, детский совочек. Конечно, не для шурфа. Хочу вам показать, а именно этот кадр хочу показать именно духу времени. Он у нас специалист. И вот такие две пломбы. Станция под Бельск, что ли, или что-то в этом роде. На другой стороне вот так. Станция Злат, что ли, или что-то в этом роде. Здесь проглядывается буковка Ять. И еще одна вот такая аналогичка. Тамкай какой-то, станция Тамкай. Так что прошу отписаться духу времени и сказать, что за пломбы. Стас, наверное, матерится, блин. Приехал хрен знает куда. Выкопал, наверное, уже целый КамАЗ. И тут же его, наверное, закопал уже, этот КамАЗ. Разгрузил, загрузил. Ну, вот так вот. Иногда монетки даются тяжело с шурфа. Шурф мы старый, который мы с Женьком разрабатывали. Продолжаем. Ну ничего, в целом пойдет. Итак, ребят, будем заканчивать свой видеокоп непосредственно находками. Откопали мы сегодня так себе, ничего особенного нет, сенсации нет. Но цари есть, серебро есть, и это самое главное. Копали мы сегодня со Стасом. Попросил он меня оказать ему какую-то помощь при, как говорится, набирании опыта на шурфах. Сегодня мы с ним пошурфили, я ему немножко рассказал, показал. Думаю, толк с этого какого-то к нему и пришел. Комары нас сегодня сожрали. Вот, спрей помогает от комаров, а вот мушкара, которая кусает очень больно, сильно, в кровь, к сожалению, спрей вообще на них не действует. Ну, нормально. Думаю, съездили, откопали. Коп состоялся. Немного находок сделали. Пытались несколько фундаментов, несколько шурфов взорванных было. Вот, мы сегодня навсего пытались один разработать шурф, а остальные были взорваны. Ну, а сейчас находки. Ну, а по находкам у нас получилось совместно вот так вот покопать. Ничего интересного. Да, кстати, Стас не показал еще бутылочку. Бутылочку он еще маленькую поднял, меньше вот этого размера. Ну, что у него здесь по монетам? 5 монет, тревожка 46-го, а пятачок, надеюсь, он какой-нибудь редкий. Вот, потому что ничего не видно, но герб старый. Вот такая тоже монетка. Интересная. Я даже сейчас попробую ее почистить. Просто герб на ней довольно-таки такой интересный, старенький. Я думаю, может быть, какой-нибудь двушка, ой, двадцатка или же трешка. Сейчас я его попробую отмочить. Если что-то интересное, я еще вернусь к ней. Ну, в целом, 2 копеечки по копейке. У меня шмурдяка вот такое количество. 2 креста, я вам не показывал, 2 пломбы, кольцо здоровое от звезды, вот такая буковка В от погон. По монетам ничего серьезного, банально все как обычно, а советики, 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 всего-навсего одна царская, 1908 года, я так понимаю, или 98-го. И, конечно же,
серебро. Самый первый сигнал был, самая первая монета, и это у нас серебро. Зачетно. Сохранчик будет классный. На этом, ребят, я и закончу свой видеокоп. Покопали нормально, собираемся домой. Можно было бы, но Стасу, как говорится, сами представляете, он до меня добирался на автобусе. Я просто в восторге от таких людей, которые все отдают, чтобы съездить на коп. На автобусе, потом пешком, это я вот вообще не представляю, очень тяжело. Так что низкий поклон, кто так именно копает. На этом и все. Думаю, поставите пальчик кверху за труды, за старания. Смотрите мои видеосюжеты, иногда бывает интересно. Все, пока и удачи!